Всем привет! С вами Ася и Тая, и сегодня у нас распаковка тайной аптечки, то есть инструментов для больницы. Мы будем распаковывать это в такой коробочке. Ну, Ася, нам не надо разбежать, я думаю, что... Да. Снимаем пленку. Это... Я кидаю ее. Потом соберем. И тут нужно разрезать эту штуку, иначе мы не откроем вот эту. Чудо-аптечка, игровой набор. Так. Это ставим! Хорошо, ставим просто пока. И теперь мы открываем нашу аптечку. Так, как она тут открывается? Не знаю. А, вот эти штуки нужно снять. А потом одеть, да? И показываем каждый предмет, который тут есть. Это слушалка, мне нужно просто одеть ее. Присоединить нужно будет к шнуру. Да, вот, да. Типа так. Так, это у нас что-то присоединяем. Вот слушалка. У нас готова? Нет, не готова еще. Нужно вот, вот еще. Это фонендоскоп называется. Понятно. Фонендоскоп. Так, подожди, слушалка. Мы ее должны сначала испробовать. Тут такие очки еще есть классные. О, она у меня маленькая. Так, слушалку мы починили. Мы ее ложим сюда. Она в таком розовом цвете. А еще тут есть такая записка есть. Вот, это не записка, дай я буду все объяснять. А вот это такой бейджик для доктора, врач-терапевт. Когда играть в больницу, одеваешь этот бейджик куда-то там на кофточку, и типа ты врач-терапевт. Вот он, такой красно-желтый. Тут имя доктора и фамилия. А это настоящая коробочка для витаминок. Тут есть вот, там витаминки хранятся. Вот, это тоже витаминки. Такая баночка с витаминками. Настоящее для больных. Больному давать для того, чтобы он выздоравливал. Смешная идея. Так, это у нас очки. Я тебе уже показывала. Ну подожди, для доктора очки. На мне они, конечно, маловаты или нормально? Ну, нет, маловаты чуть-чуть. Вот, для доктора. Да, и были похожи. Но у меня такая не... Я их разломала случайно. Так, откладываем сюда. Не откладываем же. Хорошо, что мы сейчас показали? Это скальпель вроде бы для операции, для того, чтобы вытаскивать. Это мне не делай. Так. О, дальше у нас идет самый любимый предмет Таи. Шприц. Это не мой, а сейчас вот еще аптечка. Подожди, я расскажу про шприц. Вот там такая резина. Это для того, чтобы делать уколы больному. Если он больной. Не да. Так, это медицинская карточка больного. Имя лечащего врача, имя пациента, диагноз и рецепт лекарства. Вот. Это направление такие. К врачу, да. Да. Так. Да. Еще то, что у нас лечащий. А это чтобы проверять глаз в порядке все время. А, ну да, 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 да. Это как-то, я не знаю, окулист так делает и смотрит глаз. Да. Так, дальше у нас идут таблетки и множество таких вот таблеток. А лекарства? Подожди, ну да я объясню сейчас. Множество карточек с таблетками, чтобы давать пациенту. Да. Дальше ножнички для операций. А тут есть такие лекарства. Это капли для носа, если насморк. Вот. Ну там, конечно же, ничего нету. Вот капельки. Что мы еще не показали? Так, мы не показали волшебную аптечку, с которой ходит доктор. Ее можно открывать и туда что-то маленькое складывать. Она в таком белом цвете, очень маленькая, удобная. Да. А это грелка. Когда у человека пневмония, это такая болезнь, то раньше прикладывали грелки к спине и грели ее. Так, что? Это что? Это тоже для операции какая-то такая штука. Я никогда ее раньше не видела. Не знаю, что это. Я не знаю. Такая с изогнутыми концами. А что это нам нужно надеть на шприц?
Нет, это не наш шприц. А что это? Это такой, как я не знаю сказать, блендер, в который жидкость всякая наливается. Ну да. Для анализа. А, для анализа. Сейчас. О, а это у нас, что это? Это лупа, да. Луп. О май гад. Да не. Лупа. Посмотри на себя. Там. Ты меня видишь, что ли? Да. Ой, ой, тут даже есть градусничек. Два. Да. А это у нас ножик. Чтобы, если что-то зубочит, чтобы, типа, да. Таня, боже мой. Это щипцы. Тоже для того, чтобы... Для операции. Там много приборов для операции. Тут полный комплект, короче. Тае будет весело. Я голубая больница, которую я потеряла. Мы еще не показали такую ванночку. А, это специальная ванночка, там, когда, знаешь, уши промывать. Промывают уши и сюда выливают жидкость. А это еще один. А вот еще один, кстати, ножницы для аспирации. Да. Но они больше похожи на обычные, но. Нет, да. Тут очень много всего. Тут больше нету ничего. Тая, как ты будешь нас лечить? Что ты хочешь первое сделать? Я? Закапывать нос. В нос закапывать? Да. Может, хочешь? Нет. А я тебе первым хочу сделать... Операцию только не надо. Нет, я тебе хочу. Короче, я потом решу. Я тебе ухо промою. А я говорю, я тебе нос сушу. Да, подожди, давай. Нравится вот этот бейджик. Прицеплю еще там, не знаю. Не дай! Так, прицепляешь вот так. Он раньше цеплялся как-то, а сейчас его прицепить, подожди. Это мне. Ну и что, ты не поделишься? Поделюсь. Я хочу посчитать сначала больницу, сколько там всего. Можно? Хочу почитать. О, как-то... Так, прицепили бейджик. Нужно написать имя врача. Два. Три. Нет, я потом не буду. Я потом не буду. А можно в лупу посмотреть? Ой, ну так... Жает страшно. Тай, одень. Ну зачем? Мне не надо. Тебя же попросили одеть. Давай, лечи кого-то. Бери какие-то. Ничего не хочу. Я не хочу бейджик капать. Я не хочу и сейчас, чтобы не во что играть. Ну отдай мне эти очки. Тогда это мои будут. Нет, мои. Вот такая вот у нас больничка. Сейчас мы все это соберем. Надеюсь, та эта больничку не раскидает по всей квартире. Не растеряет, а будет хранить ее вот в таком, вот в такой аптечке. Будет всех лечить, уколы делает, чтобы никто не болел. Даже морскую свинку нашу полечит. Как? На. И черепашку. И попугайчик. А что тут нужно чинить? Я все починила. О, кстати. Ставьте палец вверх к этому видео и подписывайтесь на наш канал. С вами были Ася и Тая. Ну, а мы идем играть в аптечку. Но не сейчас. Сейчас. Нет, я не хочу играть сейчас. Пока. Пока.